Так, ребят, всем привет. Продолжаю выживать в The Forest. И я так подумал, нужно вот этот дом переносить. Ну, то есть, я его сам-то дом, конечно, не перенесу. Я хочу просто построить дом в новом месте. Неподалеку отсюда, вон в той деревне, которая на побережье. Вот прямо вот. Опа, этот местный тут еще сейчас... Они мне сейчас мешать, конечно, будут. Сейчас будем подготовку делать к тому, чтобы начинать строительство. Потому что это будет очень долго. Вот большой промежуток широкий между домами. Видите, вон там два дома и здесь два дома. Вот между ними такой широкий промежуток. И вот если чуть-чуть туда брать, в океан, да? Вот там вот где камни. Вот прямо там хочу большой дом построить. Сейчас мы будем подготовку к этому делать. А этот дом со временем снесу. Он здесь просто, ну, не совсем удачно я здесь его расположил. Во-первых, он здесь маленький. И получается только ввысь его строить. А ввысь... На третий этаж поднимаешься, и там просто уже замерзаешь. Там нужно передеваться. Поэтому нужно переносить строительство. Для этого мы сейчас... А у меня интересно, у меня здесь сани-то есть. Вот, местные уже пришли. Они мне сейчас, конечно, мешать будут вообще. Вон там один ходит. И здесь один, да? Парень. Так, ладно. Я сейчас... Я ведь дубину сейчас достану, мужик. Давайте его сагрим. Он не уйдет, он не уйдет. Он так и будет здесь. Утонет. Погоди, он утонул, да? Да, он утонул. Вот дурачок-то. Так, у меня сани-то есть, потому что возить-то далековато будет, да, первый? Нет, сани у меня нету. Вот это вообще можно отменить сразу постройку. Вот так вот. Много чего тут можно отменить. Саней нету, да. Ну вот они прибежали. Тихо, 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 парень. Надурил их. Короче, бежим их тут, блин, их слишком много. С ними драться сейчас это просто... Они у меня сейчас отберут. Всю броню с меня снимут в итоге. Мы просто сейчас перехитрим их. Мы сделаем вид, что мы уплываем. И они от нас отстанут. У меня здесь плот же стоит. Ой. Так, сейчас они чуть уйдут. Короче, вот здесь я буду строить дом. Вот здесь вот. Сначала построю такие вышки небольшие, штучек 6 или 8. С них я уже буду размечать дом, потому что вплавь я здесь не хочу размечать, чтобы меня тут акулы не сожрали. Поэтому будем строить вот здесь, напротив деревни. Лес будем справлять по канату, вот с этой вершины. Поэтому мы сейчас в первую очередь наметим как раз вот эту штуку. Где она тут у нас? Где-то здесь. Вот, трос специально, да? От сверху пустим сюда, куда-то вот в этот район. Вот прямо куда-нибудь вот сюда, чтобы... Или он прямо с той вершины, чуть повыше которой. И вот сюда вот. Бревна будут здесь валяться, и будем здесь уже подбирать. Вон они там ходят. Блин, они мне сейчас просто не дадут здесь ничего делать. Их здесь столько много. Здесь вообще место такое. Т
Так, а если вот отсюда вы сделать, да, вот прямо сильно туда не лезть, а вот прямо отсюда заяц. Он сдох, он заспавнился и сдох. Он бежит, бежит. Вот отсюда, да, и вниз, потому что я буду экономить, чтобы не возить, я сразу сюда подвез, и отсюда уже. Подожди, ты поставил? Поставил. И все, и вниз тянем эту канатную дорожку, по которой мы будем сплавлять. А мне, наверное, помешает, да? Нет? Не, нормально. Куда-нибудь. Так, нужно поставить так, чтобы бревна где-нибудь вот здесь. Это временно, потом ее со временем, конечно, уберу. Может быть, вот сюда ее вывести. Здесь попросторней. Вот так вот. Веревки-то мы сейчас сделаем. Так, и нам нужно 10 бревен. 10 бревен. Также, наверное, нужно будет здесь поставить, знаете что, наметить, пока мы не сделали. Вот, я думаю, чтобы бревна далеко не улетали, чтобы они здесь тормозились прямо. Так, я надеюсь, это поможет как-то их сдерживать. Одной палки не хватает. Так, и 10 бревен нам нужно. 10 бревен. Плохо то, что саней нету. Ну ладно, сейчас тут это, лес недалеко. Лишь бы эти гаврики не мешали, потому что они сейчас... Если будут мешать, то это долго займет времени. Так, ну берем топор, палку. Берем топор и начинаем потихонечку здесь рубить. Так, кстати, мне нужно все равно палочку. Все нормально. Кабан. Давайте кабана прибьем. Их тут два. Да, попробуем деревом прям прибить его. Рядом, рядышком, чуть-чуть бы. Еще кабан. Ё-моё, сколько тут кабанятин это. Блин. Жесть кабанов тут сколько. Прямо какое-то кабанье место. Так, у нас-то получается 8, да, вот сейчас нормально уже. Так, ну-ка. Блин, так не пугай, ё-моё. Фух, мужик, ты что творишь, блин? Серьезно. Прям напугал. Вот они сзади подбегают. Ты... Он там один пока, да, вроде бы. Ну-ка. Держи. Так. Стой, говнюк. Зараза. Иди сюда.
все, довыделывался. Так, продолжаем таскать, вот, лишь бы они тут не мешали, потому что иначе стройка будет идти. Кабан. Тихо-тихо. Очень долго. Очень долго. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Эй-эй-эй. Алло. Пошла отсюда. Так, а сколько с... Блин, да что ж ты будешь делать? Они прям спавнятся. Ё-моё, еще и этот бежит. Кабаны, блин, разбушевались. Так, еще и женщина пришла тут. Ты все. Так, ну тут еще сейчас будут еще. Так. Да вот прям только что заспавнился. Кабанчик-то. Ё-моё, да отстань от меня. Ну ты, блин, все что делает. Ё-моё, бежит, бежит. Так, сколько нужно? Два. Еще два. Еще два. Так, нужно, знаете что? Блин. Он мне не даст покоя сейчас, этот кабан. Давайте просто его уделаем, да? И может быть он не будет тут спавниться. Как вариант. Все. Я надеюсь, их больше тут не будет. Так, насчет саней, что, сколько там нужно для этого? Так, 21 палка. 21 палка. Я тут, наверное, столько и не наберу сейчас. Сейчас уже меньше нужно. Сейчас мы как бы только готовимся к строительству. Так, у меня это есть. Возьмем на всякий случай. Готовимся просто к строительству. Так, лишнее, понял. Лишнее. Забираем, пригодится. Шкурки, мясо. Отлично. Так, есть такое дело. Хорошо. Да ты посмотри. Вот черт. Тихо-тихо-тихо. Где моя палка? О. А мне, наверное, уже мясо-то и не взять. Я шкуру только возьму. Ладно. Пускай будут шкуры. Мясо я, наверное, уже не возьму. Лишнее, наверное, уже. Да, уже все. Так, у нас сейчас как раз тут есть деревья. Сейчас мы здесь их срубим. И... Добьем. А, вот, кстати, еще два бревна. Неплохо. Неплохо. Так, берем топор. Берем топор. И рубим.
что я делаю? Зачем я тут их вынул? Так. Все, да? Сколько? 12. Заодно сейчас протестируем, как будет останавливать решеточка, насколько бревна будут разлетаться. О! Тихо-тихо, нет! Все. Вот из-за этого. Так, там, по-моему... Так, где сани? Сани куда-то улетели. Вон они, ладно. У меня тут где-то два бревна. Мы сейчас сани те возьмем, нормально. Где тут два бревна, давайте ими протестируем. Все, сейчас мы ими протестируем. Насколько они там, как они останавливаются и так далее. Так. Поехал. Второй. Ну и мы сами погнали. Ну нормально, нормально. Так, берем эти. Блин, я уж подумал на это, на палку-то от плота, то что здесь это. Что тут местные аборигены уже бегают. Тихо, тихо, тихо. Кстати. А, там это... Скамейка. Что такое здесь? А, да, это скамейка тут. Чудная. Темнеет уже, уже темнеет. Вот такие площадочки придется делать, под никуда не денешься, чтобы с них уже разметить нормальный большой фундамент. Так, сколько? Еще 4. Еще 4. Так, последние два. Есть такое дело. Да, я, знаете, как сделаю? Я поставлю три фундамента в ту сторону. И три там поставлю. И уже с них размечу. Как бы перепрыгивать с один на другой, размечать. И там три. И уже с них размечу фундамент, какой мне нужен. А буду также вот с них... Вот так перепрыгивать. Вот так с одного на другой. Да, нормально будет. Так, возвращаемся. Возвращаемся, уже темнеет. Сейчас уже стемнеет. Вон они. Пятеро. Пятеро. Вернулись. Тихо, 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 тихо. Так, ну что, ребят, увидимся просто утром. Дождемся сейчас утра и продолжим. Так, ну что, ребята, новый день. Одно бревно у меня тут, кстати, есть. Я тут отменил одну постройку. И у меня одно бревно уже есть. Хорошо бы еще бы одни сани. Так, отправляем. Отправляем. Так,
По-хорошему нам надо сани освобождать, да, че я тут буду бегать. Давайте. Летим туда. Опа. Так. Сюда положим. Поближе подвезем. Вот так вот. Убираем пока. Так, на всякий случай давайте... Где у меня платформа? Вот она, да? Мне нужно платформу где-то, наверное, вторую вот где-то здесь, наверное, ставить. Так, стоп, чуть-чуть назад. Нет, это далековато. Стоп. Так, смогу ли я перепрыгнуть? Надо сделать так, чтобы я еще и перепрыгнуть смог с одной на другую. Приблизительно где-то, наверное, я думаю... Так, стоп. Давай-ка чуть-чуть. Вот если я так поставлю, с одной на другую, я думаю, я допрыгну. Да. Так, ну нам сейчас самое главное, это нужно еще это, ведь эти бревна-то я сейчас просто выкину, потому что я сейчас это просто не смогу их положить. Мне нужно, знаете что? Мне нужно на корабле, ну то есть на нашем плоту поставить вот такую штучку. Вот такую штучку. Для бревен. Сюда, по-моему, 5 штук помещается. Для равновесия давайте поставим еще одну. Погоди, серьезно? Ты мне не разрешаешь поставить? Не-не, стой, погоди, было же. Можно же. Во, вот так вот. Так. Сколько? 16, что, обалдели, что ли? Палок нужно хотя бы для начала, чтобы сделать хотя бы одну. Кстати, насчет палок, две у... это опять там палка, две уже есть. Да, дай тряпочку взять. Вот же зараза-то, а? Тут обычно два тотема, второе что-то не вижу. Так, ладно. Две палочки уже есть. Да только вот... Да ты серьезно, вот только... Не говоришь, что я подняться не могу. Так, хорошо. Задом пробуем. Фух, обманули. Обманули мы игру. Так, давайте здесь пока порубим. Вроде бы здесь достаточно. И ближе всего вроде бы. Лишь бы сзади не подошли и не напугали. Так, ладно, мне самое главное, что правильно, мне нужны сейчас веточки, вот эти вот палочки тонкие, чтобы я смог бревна-то с плота доставать-то.
Так, стоп, собираем вот эти вот, чтобы лишний раз не бегать, не искать. Сколько? 15. Хотя бы еще. Это не то. Все, по идее 16, да? А с этого что? А с этого ничего. Так. Ну все, ладно. 18 палок у нас есть. Давайте сейчас погрузим в сани все. Так. Сколько получается? 11, да? А, вот еще одно. Вот еще одно. Вроде бы все собрал. Поэтому едем туда. Так, не будем близко подъезжать, а то опять куда-нибудь то улетит. Главное, чтобы бревна там в таком количестве, хотя бы 16, 12 штук, не разлетелись на огромное расстояние. Поэтому я их с таким интервалом отправляю, чтобы они там успевали вниз падать. Так, ну все, Сань-то я здесь оставляю. Давайте посмотрим, сейчас не разлетятся они. Вот что я и боялся. Они разлетелись, блин. И половина из них, даже больше, улетели обратно. Это, конечно, не есть хорошо. Что-то нужно будет, не знаю, придумывать, потому что каждый раз они будут разлетаться. Так. Да отпусти ты. Все, отлично. Давайте. Да тихо ты, куда? Стой! Стой. А, по-моему, или 5, или 7 сюда можно. 7, по-моему, да? Ну-ка, 7, по-моему, можно ложить. По-моему, 7. Да, 7. Пока 7. Мы сейчас, главное, доделаем вторую вот эту вот. И нормально будет. Так. А сколько на эту-то нужно? 12 еще. Ну да, я думал, я успею, но нет. Не успею, потому что тут нужно еще 12 штук. Это довольно-таки... Это целое... Как раз целое это. Но у меня не все разлетелись, и у меня сейчас тут столько нету. Так, надо возвращаться за бревнами. Так, 2 здесь лежат. Даже 3 здесь лежат. Так, ребят, нашел только 5 бревен. 5 бревен тут нашел. Поэтому положим только 5 пока. Так, а останется 7 штук, да? А следующий, в нее еще больше нужно будет. Дом будет такой нехилый, да, если вот в третью ставить. Да, дом такой не маленький будет. Ну, по крайней мере, площадка будет большая, а там уже будет видно.
Так, ну что, ребята, на этом все. Так, такая была серия. Подготовка к дому. Пока еще даже дом не разметили, пока только готовимся. Так, ну-ка вот отсюда, ну, более-менее ровно идет. Всем, кто смотрел, спасибо, всем удачи, всем пока.